крэшерцы силовые пришли на экскурсию в бокс. Серега рассказывает им, из чего состоит гоночная движуха. Лучшие из лучших, которые победили в гонке лидеров и приехали с нами на финал. Сотрудники Fresh Marketplace. Рассказываем, показываем. Посмотрите друг на друга. Все рядом, все здесь, все тепло одеты. Сегодня максимально важный день. Идем болеть за нашу команду. Первое место сегодня нам обеспечено. Ну что, мы чемпионы RDS-GP в командном зачете. Круто. Прикольно. Вообще, думал тут давеча вообще о командных видах спорта, о футболе, о волейболе, о баскетболе, о разных спортах, где огромное количество людей достигает результат, и это, конечно, очень круто, потому что индивидуальные виды спорта – это классно. Всегда, что есть один герой и так далее. В футболах тоже есть нападающий, который забивает и так далее. Но когда побеждает команда, это такая ценность, такая огромная, потому что это вложение усилий большого количества людей. Когда коллектив может идти к одной цели, вот это очень дорого и это очень ценно, потому что в коллективах можно любые горы сворачивать, и это классно. Поэтому поздравляю всех нас, это круто, что мы это сделали. Стираем до дыр. Сейчас корабля, часть команды, и наши-то все как один канонир. Канонир. Ночь бывает, день бывает, мы знаем. Ночь бывает, день бывает, мы. В этом этапе становится трио, которое в итоге вырвало победу и в командном зачете по итогам всего этого сезона. Fresh Racing!